Приветствую вас, любители мотоспорта. Это обзор экипировки для магазина moto85.ru. А сегодня у нас на обзоре мотоботы для мотокросса, представленные компанией Alpine Stars. Данная модель называется TEC-7. Давайте рассмотрим ее поподробнее. Поехали! Итак, перед нами мотоботы полупрофессионального уровня, бесшарнирные, но в то же время обладающие достаточно низким весом, высоким комфортом, а главное, достаточно высоким уровнем защиты. Данные боты разрабатывались именно для тех спортсменов, которые либо достаточно уверены в своих навыках и не допускают ошибок, либо для спортсменов, которые катаются на уровне полупрофи и принимают участие в соревнованиях, но в то же время хотят сохранить дополнительную гибкость голеностопа и не прибегают к использованию шарнирных моделей. Данная модель выбрала в себя все лучшие характеристики и признаки более младших моделей и, естественно, существенно улучшила их. Здесь присутствует мощная усиленная подошва, которая не имеет агрессивного протектора, что является классическим решением для кроссовых мотобот. Обратите внимание, что на мыске и внутренней части бот присутствуют специальные текстурированные нашивки, которые повышают зацеп за поверхность байка, а также обеспечивают лучший зацеп за лавку переключения передач. Данные боты имеют большее количество гибких вставок, нежели их более бюджетные аналоги, благодаря чему обеспечивается лучшая подвижность и комфорт во время агрессивной езды по треку. Данная модель фиксируется на ноге четырьмя застежками, но хотелось бы отметить, что в отличие от более бюджетных моделей, данные карабины усилены алюминиевой рамкой, благодаря чему повышается износостойкость замков. Замки расположены на лямках, которые регулируются по ширине, благодаря чему данные боты можно с комфортом подогнать под размер вашей ноги. Расположение замков на лямках стандартное для компании Alpine Stars и в то же время нестандартное для других производителей. Если у большинства аналогов все замки застегиваются на одну сторону, то у Alpine Stars верхний замок и нижний, который расположен ниже голеностопа, защелкиваются вовнутрь, а средние замки защелкиваются наружу. Сверху сапог фиксируется специальной липучкой, а под ней расположен водонепроницаемый кожух. Здесь все стандартно. Благодаря мягкой неопреновой подложке обеспечивается отличная вентиляция, к тому же данная подложка прекрасно впитывает пот и не дает вашим ногам запреть даже в самую жаркую летнюю погоду. Повторюсь, данные боты относятся к уровню полупрофессиональных, хотя и не имеют шарнирной системы. У них высокая жесткость, относительно низкий вес и высокие показатели комфорта. Соответственно, в таких ботах вам будет весьма комфортно кататься даже на самых сложных треках. Данный товар вы можете приобрести в магазине экипировки moto85.ru. Ссылку на товар вы найдете в описании к данному видео. Подписывайтесь на канал магазина, вступайте в нашу группу ВКонтакте и будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!